канун 76-летия Победы в Великой Отечественной войне и 30-летия независимости Республики Казахстан среди сотрудников правоохранительных органов Северо-Казахстанской области проведен шахматный турнир. Организаторами выступили сотрудники Управления специальной и мобилизационной подготовки Департамента полиции совместно с представителями Северо-Казахстанского областного филиала физкультурно-спортивного общества «Динамо». Наряду с умением метко стрелять, быть выносливым и сильным, каждый современный полицейский должен уметь оперативно принимать стратегические решения и оценивать перспективу каждого действия, даже в самых сложных условиях. Одним из проверенных тренажеров для укрепления всех этих навыков является игра в шахматы. Традиционный турнир среди североказахстанских силовиков прошел с соблюдением всех санитарных норм в стенах шахматного клуба по улице Карима Сутюшева. В этих соревнованиях участвуют одни из сильнейших шахматистов ДВД. Правила соревнований как коллектива физкультуры, это дается 30 минут на партию, как блиц-турнир, своего рода блиц-турнир, в котором принимают участие наибольшее количество очков, большее количество людей и за очень короткое время. Данный турнир будем проводить в течение всего дня. Полицейские, военнослужащие, прокуроры. В интеллектуальном состязании приняло участие более 20 шахматистов в погонах. В данных соревнованиях принимает участие 28 коллективов, которые наши объединяют, наше общество. Это такие подразделения, как Комитет национальной безопасности, прокуратура, Департамент уголовной исполнительной системы, пограничная служба Комитета национальной безопасности, военный институт, войсковая часть и также районные подразделения, все районы. Подразделения полиции нашего департамента. В данных соревнованиях принимает участие более 20 шахматистов. По итогам соревнований будут определены лучшие. Турнир проходил по круговой системе в 4 подгруппах. По итогам напряженной интеллектуальной борьбы первое место занял сотрудник линейного отдела полиции, подполковник полиции Канат Омаров. Второе место – сотрудник прокуратуры, юрист первого класса Ерлан Жамулдинов. Почетное третье место – сотрудник областного департамента полиции, младший сержант полиции Данияр Иргибаев. Победителям и призерам были вручены ценные призы и грамоты. Тамерлан Леубаев при содействии пресс-службы департамента полиции.